Фестиваль волонтерских отрядов в Брестском государственном университете имени Пушкина уже успел стать хорошей традицией. В этом году он проходит в пятый раз, однако именно в 2017 мероприятие приобрело новый формат. Здесь заработали интерактивные площадки, на каждой из которых гости проекта могли получить новые знания. Волонтеры есть в каждом высшем учебном заведении, в школах, в учреждениях образования, в среднеспециальных учреждениях. Всего по скромным подсчетам, потому что посчитать их всех невозможно, около 10 тысяч у нас волонтеров. Наша молодежь очень отзывчива, она очень добра. Ребята готовы, скажем так, тратить свое свободное время абсолютно добровольно, на безвозмездной основе, по своей инициативе, для того, чтобы помочь различным категориям населения, которые в этом нуждаются. Ярмарка продажи домашней выпечки, интерактивный турнир, опыты, эксперименты и даже уроки оказания первой медицинской помощи. Все это многообразие смогли увидеть участники фестиваля. Задавали тон форуму волонтеры Пушкинского университета. Здесь на протяжении многих лет активно развивается это благотворительное направление. И на каждом факультете есть своя ячейка лидеров. В этом году волонтерских отрядов в летний период было 14. Было задействовано больше 250 студентов. И, конечно же, то, что в университете уже в течение почти 10 лет работает такая новая форма волонтерского движения, как Академия добровольчества, которую нет ни в одном университете нашей страны, говорит о том, что волонтерское движение, оно уже у нас состоялось и развивается на серьезных таких методологических и научных основаниях. Подобные мероприятия призваны активизировать развитие волонтерского движения в молодежной среде. Ведь только протянув руку помощи тому, кто оказался в беде, можно получить искреннюю радость и счастье.